Итак, ты обрабатываешь на телефоне. Ты скачиваешь пресеты формата DNG. А пресеты ли это вообще? Нет, конечно, друзья. DNG это вовсе не пресеты. DNG это всего лишь формат файла, который содержит в себе настройки. И тебе для того, чтобы обрабатывать фотографии таким пресетом, необходимо скачать этот файл DNG, открыть его, потом эти настройки сохранить в стиль, и только после того, как ты присвоишь название этого стиля и сохранишь его, ты можешь его использовать на других фотографиях. Ну правильно ли это? Ну, наверное, да. Но с другой стороны, есть профессиональный формат файла XMP, который скачивается непосредственно в программу Lightroom, сразу загружается в стиле, и его моментально можно использовать как пресет. И все это можно делать на твоем телефоне в Lightroom Mobile. Как спросишь ты? Да очень легко. Итак, ты на канале Art Photo Life, меня зовут Серджио, и поехали! И, конечно, ты меня спросишь, где мне взять настоящие пресеты XMP? Да все очень просто, в моем инстаграме. Просто перейди в мой инстаграм, если что, ссылочка в описании к этому видео. В шапке профиля будет гиперссылочка Toplink. Перейди по ней и забери оттуда два набора моих авторских пресета. Там есть файлы как формата DNG, так и файлы формата XMP. И ты можешь установить себе отличнейшие пресеты XMP на свой телефон. А как это сделать, я сейчас тебе покажу. Итак, открываем Lightroom. Пусть у нас будет открыта любая фотография. Дальше двигаем панель, находим стили. Итак, переходишь в стили. Если у тебя открыта папочка с пресетами, лучше вернуться в библиотеку. Дальше, если у тебя старая версия, у тебя три точки могут находиться внизу. У меня обновленная версия Lightroom, три точки находятся сверху. Я кликаю на них. Если у тебя не активированы частично совместимые стили, обязательно поставь сюда галку. И тогда твои пресеты будут видеть как фотографии формата JPEG, так и фотографии формата RAW. После чего кликаем «Импорт стилей». Открываешь папку с пресетами, находишь файлы формата XMP, выбираешь пресет, который тебе нужно, я выбираю амулет XMP, и вот у меня появляется папочка, где расположен пресет. Никаких мучений с форматом DNG. Все очень легко и просто. И теперь я этот пресет могу применить на свое изображение. Сразу, моментально и очень быстро. Если видео было полезным, не забудь поставить лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие полезные и нужные уроки по обработке фотографий. Итак, с вами был Серджио, желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч!